Добрый день, Александр, слышно меня? Да, добрый день. Добрый день, приятно, что вы смогли присоединиться в онлайне. Мы сейчас обсуждаем медиапотребление. Как вы внутри холдинга в целом и на рынке чувствуете медиапотребление на сегодняшний момент? Какие перспективы, что требуется, по вашему мнению, пользователям? Что и как происходит у вас? Спасибо. Ну, я бы, наверное, про нашу часть, которая цифровая, больше сказал бы, то есть поскольку это ближе к моей, как бы сказать, зоне ответственности находится. Вот. То есть говоря про медиапотребление, я думаю, что большим секретом не будет, если мы примерно об одном и том же все говорим, что в целом, в основном, люди хотят смотреть новости, и новости вызывают большой интерес. Вот. Параллельно, помимо новостей, когда-то люди хотят разгрузиться, разрядиться, и поэтому развлекательное телевидение, сериалы и всякие смешные вещи, где можете посмотреть, чем ты отличишься, они в целом тоже как бы достаточно востребованы. То есть, если мы говорим про платформы теперь, то есть у нас на платформах на всех достаточно много, люди смотрят новости, и ну вот на Рутюбе у нас в топе просмотров был Соловьев Лайв. То есть действительно люди смотрят новости, хотят знать, что происходит. Вот. Постепенно у нас появляются различные рода шоу, которые на самом деле строятся на пользовательском фидбэке, то есть то, что пользователи отдельно просят, ищут, вот мы стараемся как бы эти запросы удовлетворить, и постепенно появляются шоу разного формата, то есть это travel-шоу, это блогерские шоу, это образовательные, обучающие и так далее. То есть для нас ситуация с точки зрения диджитал платформы, она достаточно двоякая, то есть специфическая неким образом. То есть с одной стороны действительно есть новости, которые понятно, что в какой-то момент новостной фон, он людей, людям приезд, они захотят что-то новое посмотреть, поразвлекаться, посмеяться. А с другой стороны, объем пользователей платформы растет с такой скоростью, что вот, средний срез по интересам он постоянно меняется, чуть ли не каждый день. Поэтому постепенно мы стараемся их удовлетворить, но он растущий и какой-то медиане пока не пришел. То есть он постепенно прогрессирует, развивается. То есть надо понимать, что с зарубежных платформ люди, в общем, достаточно хорошо переходят и достаточно хорошо оставляют свой фидбэк, то есть то, что они хотели бы видеть, куда смотреть.